Всем привет! На связи Space Mock Артем и Роман Крецо. Мы специально пригласили Романа Крецо. Он один из лидеров в индустрии в мнениях. Он эксперт с 20-летним опытом, создатель своего бренда «Глина Эко», делает самые лучшие чаши в индустрии. И мы хотели просто спросить, он сейчас попробовал все наши вкусы, и узнать его мнение насчет нашего продукта. Пробовал я это не только сейчас. Можно сказать, что я пробовал это поэтапно, как этот продукт создавался, так я его и пробовал. И очень четко наблюдал всеми своими рецепторами эволюцию продукта, как он развивается и так далее. Мы знаем, что в истории уже было много видов паст из разных и российских производителей, и европейских производителей. Я особо горд быть знакомым с создателем пасты Space Mock, потому что мы общаемся и общаемся близко. И если бы я хотел рассказать об этом продукте, преувеличивая его, я бы делал это по-другому. На данный момент я хочу поделиться своими эмоциями, связанными с тем, что я теперь могу взять не только табак, а еще и продукт, который можно удобно использовать, забивая в чашу. Мастера это особо оценят, когда работают руками. И самое главное, что совмещая пасту, мы можем сделать нечто интересное с табачной продукцией и удивить гостя, конечного гостя, который у нас в зале будет курить, потому что все привыкли к одному и тому же послевкусию. У разных табачных брендов есть послевкусие такое, сякое, табачка и чай и все остальное. Но когда вы добавляете пасту, кальян становится интереснее. Я желаю удачи и развития компании. И обязательно введу линейку пасты. Я это сделаю в виде спецпредложения, да. Потому что я разрабатываю карту, да, авторских кальянов. Да, класс. И авторский кальян однозначно будет авторским, потому что только у меня это будет, да, хотя бы у первого в Питере. Да. Спасибо. Спасибо, Роман.